Губернатор Игорь Руденни принял участие в торжественном открытии нового детского сада номер 168 в московском районе Твери, который построен по национальному проекту «Демография». Новое дошкольное учреждение получило название «Чебурашка». Жители московского района с нетерпением ждали открытия детского сада. Игровые зоны, спортивная площадка для занятий физкультурой, для родителей подготовлена также зона ожидания детей. Музыкальные и спортивные залы, кабинеты для доп. Образования. Все для комфортного пребывания дошкольников. Этот садик, во-первых, решает проблему, куда отдать детей дошкольного возраста, но также он не имеет аналогов, уникальные технологии, уникальная обстановка, которая формирует детей в очень правильном ключе. Детский сад построили по новому современному проекту. Это большие трехэтажные здания с профессиональным оборудованием и даже лифтами. А само учреждение может принять до 190 воспитанников. Дизайн помещений нового дошкольного учреждения выполнен в сотрудничестве с киностудией «Союз мультфильм». По сюжету мультфильма знаменитого режиссера Романа Качанова Чебурашка попадает в город и так же, как маленькие посетители детского сада, осваивает его улицы, находит друзей и узнает много нового. Этого героя знают и дети, и их родители. Смотрите, а этот кто же такой? Ну-ка скажите дружно и хором. Узнали, давайте похлопаем. Это первый опыт того, чтобы персонажи своего мультфильма стали частью пространства детского сада, но мне кажется, это абсолютно органичное такое сотрудничество. Так что мы очень рады, для нас это прекрасный эксперимент, и кажется, он уже удался. Все эксперименты, которые были воплощены в данном учреждении, получили положительный отзыв от родителей и их детей. На данный момент пока огромная территория, пока чисто, пока светло, пока все радостно, пока очень приветливый персонал. Благоустройство очень хорошее сделано, площадка сделана прям, мне кажется, лучше всех, чем в других садах. Глава региона с самого начала строительства контролировал процесс работ. На открытии детского сада губернатор не только осмотрел группы, пищевые и медицинские блоки, кабинеты доп. Образования, но и пообщался с подрастающим поколением. Вы рады? Кто хочет пойти в детский сад? Точно? Но там придется есть, придется спать, придется играть. Вы готовы? Да! Это 9-е современное дошкольное учреждение, построено в Тверской области за последние 3 года. Всего в Верхневолжье с начала нового учебного года будет работать 417 детских садов.